ЦИК запустил на официальном сайте сервис по поиску участка для голосования. В разделе, посвященном текущей кампании, легко найти не только адреса, но и телефоны всех территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий. Единый день голосования, напомним, пройдет 25 февраля. В Беларуси активно развивается промышленный туризм. За 2023 предприятия Минпрома посетили более 93 тысяч человек. В тройке лидеров БелАЗ, МТЗ и МАЗ. Такому ажиотажу поспособствовали широкая информационная работа, внедрение новых видов услуг, повышение качества сервиса и участие в различных выставках и форумах. В Бобруйске прошел митинг, посвященный Дню памяти и 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Сотни людей возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам, почтили память руководства города, общественной организации, родные погибших, ветераны боевых действий в Афганистане. 17 февраля с 9 до 12 часов исполнительный комитет и районные администрации проведут прямые телефонные линии. На повестке дня обсуждение жилищной политики, градостроительства, связи, транспорта и коммуникаций. Также разговор коснется вопросов контроля за исполнением документов и работы с обращением граждан и юридических лиц. Православные верующие отмечают один из 12 значимых христианских праздников – Сретение Господне. В этот день принято сходить в церковь на литургию, помолиться, осветить воду и свечи. Божественную литургию в городе на Березине возглавил епископ Бобруйский и Быховский Серафим.